стопроцентные, даже 146-процентные шансы победы «Единой России» в любых выборах на территории нашей страны, вне зависимости от метеоритного дождя, отсутствия портретов или воды в кране. Они победили. То есть важно, кто считает, а не кто голосует. Товарищ Сталин все время это еще сказал. Правда, для этого пришлось расстрелять депутатов съезда. Был такой расстрельный съезд в истории нашей страны, когда избрали вместо Сталина Кирова. Ну, Киров, правда, погиб после этого. «Единая Россия» — это основная направляющая сила нашего общества. Мы за нее все, всегда, и нас вот 141 миллион, на самом деле 121 миллион, мы уже проголосовали за «Единую Россию» на ближайшие лет 80.